Здравствуйте, вы на игровом канале «Помидорка за решеткой», меня зовут Владимир Иванов и на ваших экранах гид ПЗР. За следующие несколько минут я расскажу вам обо всем самом интересном, что происходило на нашем канале в течение этой недели. Может, вы что-то упустили и еще не поздно наверстать. Поехали! Владимир Иванов, он же я, в нашем еженедельном путеводителе по миру инди-проектов расскажет вам о скандально известном разработчике Фиши и его игре Фес, об игре, которая отправит игроков в олдскульное sci-fi приключение и о многих других проектах. Рубрика «Во что поиграть на этой неделе» предложит вам несколько интересных проектов, среди них Point and Click Quest, классическая стратегия и другие интересности. Хотите узнать больше? Кликайте на аннотацию. Игровая лента расскажет вам о самых последних новостях AAA проектов. В этом выпуске еженедельного дайджеста Александр поведает вам о проблемах Wii U, нюансах кооперативного мультиплеера Dragon Age Inquisition и новом приобретении Amazon и о паре других важных новостей этой недели. Рубрика «Во что поиграть» поведает о двух крайне занимательных проектах, которые, я уверен, займут вас на много, много вечеров. Вам не во что поиграть и вы хотите узнать, что это за игры? Тогда быстрее садитесь за нашу игровую ленту. Мир ММО-игр невероятно широк и несомненно, все хотят остаться в курсе самых последних новостей, но, к сожалению, не у всех есть время на это. Мы решили эту проблему. Наш еженедельный смотр расскажет вам обо всем, что вы должны знать о новинках в ММО-проектах. В этом выпуске выздоровевший Михаил Нерис расскажет вам о проблемах WildStar, об интересных нюансах PvE в Arcage и ответит на ваши самые интересные вопросы в интерактиве. Хотите узнать мнение нашего ММО-гуру по какому-то предмету, то скорее открывайте выпуск и напишите комментарий с интереснейшим вопросом. А теперь уберите впечатлительных людей от экранов, ведь сейчас речь будет идти о недавнем выпуске ТОП-5. Вот там разразилась настоящая баталия, десяток моба-игр сошлись в жестокой битве за первенство. Хотите узнать, кто же вышел победителем? Кликайте на аннотацию. Напомню, что победителя выбираете только вы. Вступайте в нашу группу в ВК, где в начале каждой недели будет проводиться опрос, по результатам которого мы и будем делать наш следующий дайджест. Вы искренне радуетесь каждому выпуску игровой ленты? Вы хотите узнать всю подноготную процесса создания дайджеста? Тогда немедленно кликайте на аннотацию. Александр в своем неповторимом стиле покажет и расскажет, как он делает дайджест. Если вам интересны подобные проекты, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Как вы думаете, что может быть лучше одного веселого парня? Конечно же, 4 веселых парня. Black Silver, Art Games, Jack Shepard и, конечно же, Дмитрий Бакштеев объединили свои усилия, чтобы создать максимально веселый Let's Play. Вам грустно? Вы чувствуете уныние и апатию? Тогда немедленно кликайте на аннотацию и смотрите видео. Вы не пожалеете. Вы пропустили первую бету The Crew? Не беда! Как, вы еще и второй раз не приняли участие? А вам все еще интересно, хороша ли игра или же нет? Тогда щелкайте на аннотацию и наслаждайтесь записью стрима. Неповторимые Дмитрий Семенов и Артем Бурцев покажут и расскажут все, что вы должны знать о будущем проекте. После просмотра у вас не останется никаких вопросов. Первый сезон «Ходячих мертвецов» полюбился действительно многим, однако смогли ли Telltale Games удержать планку качества? Смогли ли сохранить то же напряжение истории? Владимир Иванов, ну, то бишь опять же я, в своем же обзоре The Walking Dead Season 2 ответит на эти вопросы. После его видео вы сразу поймете, стоит ли игра своих денег или же нет. Ходячих
Хардстоун наделал много шума по всему миру. И наконец-то в карточную PvP-игру ввели своеобразное PvE-приключение. Некоторые говорят, что дополнение вышло очаровательно прекрасным. Некоторые же только ругаются, когда слышат о нем. Кому же стоит верить? Конечно же, эксперту в карточных делах, ну, мне любимому Владимиру Иванову. На следующей неделе на канале появится мой видеообзор дополнения для Hearthstone Heroes of Warcraft, в котором я расскажу обо всех его плюсах и минусах. Ждите. Вот и все, дорогие зрители, это был гид ПЗР, в ваших ушах звучал я, Владимир Иванов. Узнавайте все самое интересное из жизни канала вместе с нашим дайджестом. До встречи на следующей неделе.